И всем привет, с вами Низирамос, и мы продолжаем захватывать мир в Hawks of War. В прошлой серии мы до конца захватили с Австралии. У нас один наш товарищ продвинулся до звания Командос. И мы идем на Троцвель. Тыкс. Ты вылезаешь оттуда? Ха-ха. Не пробил, к сожалению. Ну ладно, чего уж сделаешь? Не пробил, так не пробил. Ага. Ё-моё. Я даже не знаю, чем атаковать. Надо же хоть раз воспользоваться этой штукой. Ты куда пошел? Я ж тебя вычислю. Слушай, свин, я тебя по FPS вычислю. Че ты? Куда пошел? Так, у нас инженер, кажется, четвертым будет ходить. И вот этот получение медальки на его совести будет. Такс. О, точно. Идем сюда. Давайте этого всего поныкаем. Тут у нас что-то типа шпиона, по-моему. Ну, какая-то степень этого. А это у нас бомбардировщик. А теперь пошел отсюда, пока я не передумал. Пыдыщ. И полетел. Что ж сказать, ладно. Настолько быстро, так настолько быстро. Я не против, знаешь. Так, где тут? Он вот за этим холмом сидит. Вот те. Ха-ха. Враг потерял ход. Какой я коварный. Тыкс. Пока нам еще, к счастью, времени на ход дается прилично. Под конец вообще будет время фактически тупо успеть нажать кнопку выбора меню, навестись на врага и нажать кнопку выстрела. И то не всегда. Может будет успеть это сделать. Теперь отступаем отсюда. Ну ладно, пускай. Главное, медаль собрал. А что эти свины у нас не такие крутые и умные? Как могли бы показаться. Но, по-моему, для снайперской винтовки они все-таки уже развились. Ну да. И это уже печально. Такой коварный голос. Так, я хочу вот эту штуку сбить. Потому что там что-то хорошее должно быть, по идее.
Будет тупо, если я сейчас не промах... не попаду. Ты тут издеваешься? Сколько же вас тут? Я могу, конечно, сделать вот так, чтобы враг еще один ход пропустил. Но я могу сделать вот так. Чтобы снять довольно много здоровья. Надеюсь, сама скатится. Так, ну ладно. Отравить может и вот этот. У него здоровье... Все, у него урона нет настолько сильного. Заболел, бедняжечка такой. Гад такой. Ты, кого меня там бомбанули? У тебя здоровье как-то маловато. У тебя здоровье немного, я помню. Или... А, нет. Значит, по тому попали. Такс. Будем разбираться с ними. Толпой на одного. Должен помереть немножко, бедняжка такой. Ну, неплохо. Угораешь, да? Угораешь, гад? Я только вернулся с этого минного поля, и меня снова на минное поле отправляют. Ты ведь я не могу отказаться. Так, он делается вот так. Нет. А, да, здесь медалька была. Главное, особо сильно не разгоняться. Где? Чёрт, все попрятались. Гады. Да меня эти деревья ходячие уже достали. Нет. Хреново, я тебя собью, гад такой. Там что-то хорошее лежит. Ты угораешь. Слушай, по ней попадать-то нужно. Ну ладно, пока эти пропускают ход, я тоже могу пострадать ерундой. Хотя нет, этот не может. У него есть неплохая пушка. Так вот это, по-моему, конечно, враг. Но я помню что точно, что вот этот вот враг, является врагом. Тыщ. А вот еще по себе попал немножко. Да неужели? Кто-то, решивший не сбежать и не спрятаться, а атаковать? Да что вы говорите? Давай. Ходи уже. Вот гад. Ле комп. Ха-ха-ха. Молодец. Как говорится, красавчик. Хотя другой вопрос, конечно, говорится ли так. Так, в кого я могу запульнить? Нет, у того отравленного я больше трогать не буду.
Это чувствует себя хорошо, поэтому... Давайте ему почешем пузико. А, ему еще... Тридцаточку можно снять. И оставить. Как это, конечно, низко. Почти добить и оставить умирать. Ну, в чем проблема, как говорится. Только не говори, что ты за аптечкой. Я тебя не прощу, гад. Ничего себе ты, какая козлина. Прогонит меня в свою же страну. А я не хочу пока что в свою страну возвращаться. Он туда полетит. Ну, нормально. У этого 5 здоровья осталось, конечно. О, и это прям в тему такой появился. Больной? Больной. Мой, кажется, снайпер куда скатился. А вот теперь. Упс. Где вы там? Ага. Да, вот этот, по-моему, здоровый. В атаку! Попал даже. Так, не, этого надо уже ранить, чтобы на следующий ход он... Чтобы на следующий ход он не дожил. Ему надо 20-ку снять. Хотя можно, конечно, и добить, но лучше все-таки... А. Вот как раз сейчас, конечно, сапер пригодился бы его заминировать и второго ранить. Сапер у нас сейчас доступного нет. И эта тупая пушка, которая там лежит где-то на вершине, не хочет, чтобы я ее соврал. Чё себе ты какой гад? Чё сказал? Ругается еще на меня. Ладно. Этого я сейчас тогда... О, пистолетом. Где ты там прячешься? Куда он сбежал, я что-то не помню. Сюда далеко? Так. А если серьезно, ты где? А, вот куда он... Так. Ты вроде не кажешься больным. А вот ты где. Рано у меня гад такой. Ты где он прячется? Вот он где прячется. Хотя с другой стороны, я сейчас все равно его не смогу нормально ранить. Давайте сделаем финт ушами. Хренак. Бам. Исцелимся от яда таким вот хитрым способом.
Единственный минус вот этого способа, это то, что при его исполнении в самый ответственный момент можно случайно, вместо того, чтобы исцелить себя, можно попасть по этому дирижаблю, который летает. Я помню, один раз я из-за этого одного свина потерял. Как-то враги меня чисто на одного стреляли, то есть бомбили просто со всех пушек по одному. Я хотел, ну, спрятался и хотел исцелить. А не дали. И выбил. Авиаудар, кажется. А, ты уже мертвый. Тебя можно считать трупом. Что ты сказал? Опа, еще этот отравленный. Ага. Что же делать? Черт. Хочу выбраться куда-нибудь. Подай, подчи народ поближе. Так. Где там эта коробка? О, вот она. Поближе, чтобы я мог хоть в нее попасть. Что, как показал практика, с такого расстояния попадать не очень легко. Из низины. А вот так можно попасть. Чё себе? Слышь, ты снайпер? Ты что там сделал, что ракета от тебя слинять решила? Взял, не знаю, может газы пустил, что ракета испугалась. Попал, нет, не попал, попал, не попал, не попал. Попал, попал, не попал. Три здоровья осталось тебе, да? Представляете, даже математику еще. На таком уровне. Для меня уже неплохо. Учитывая, в каких я отношениях с этой самой математикой. Так, ну куда? Куда пошел? Чё, камикадзе? Ничего себе. И правда камикадзе. Скажу по правде, я даже не знал, что они могут это делать. Я его так образно назвал. Нет, я серьезно не знал, что враги могут делать камикадзе. Отлично. Сейчас, я думаю, мы продвинем нашего... этого, который с тяжелым вооружением ходит. Вот этого вот самого. Даски. Нужно теперь 6 очков. А, ну 6 очков это сделать его вот таким. Кстати, а тебе сколько надо? А, 8. Я думаю, может, пока одного такого продвигать, пока остальные имеют преимущество разделенных профессий. Может быть. Тыкс. Ага. Ой, это кажется миссия хорошая. Текс. Давайте покатимся туда. У нас есть техника. И у нас где-то минное поле находится.
По-моему, надо уничтожить всю вражескую технику. Ну ладно, не очень плохо шмальнул, считаем. Опа. Внезапно сделал такое пробуждение. Взял такой, спокойно проснулся. Бац, а там танк стоит прямо у него перед носом практически. Так вот тут мины надо как можно сильнее передавить. Потому что где-то у тебя упадет наш бонус, если я его смогу заработать. Точнее, не если, а когда. Что я не пройду эту миссию без бонуса. Ой, что-то сильно шмаль. Ну, отлично. Ого. У них 150 здоровья. А он, да, тут меня чуть-чуть мины почесал. Первый танк. Ты что, издеваешься? Ты что, в танк пошел? Снайпер взял, спер танк. Боится своего раздавить. Даже думаю, не из-за того, что потеряет ход. Точнее, наоборот, из-за того, что потеряет ход, а не из-за того, что ранит. Потому что в танках такая неприятная особенность. Ну, вообще во всей технике, которая подвижная. Хотя ее, по-моему, тут не так много. Fire in the hole, говоришь? О. Да, Fire in the hole. О, уговорил, ладно. Поверю на слово. Так. Нужно немножко в другом месте проехать, чтобы мины еще и в другом месте подбить. Точнее, раздавить тупо. Ну, давайте вот так прямо вплотную к табличке прокатим. Вот так вот. Мины такие в панике выпрыгивают. Не понимаю вообще, что происходит. Куда-куда? Just the type of shot I like. Бах! I don't think I should be here. Да, он правильно думает. Ему не стоило там находиться. Там. Опа. Take this, your mother. Отлично. Хороший выстрел. Я одобрил. Ты, конечно, по моим попал. Да. Ну, по моим-то попал — это одно дело. Но и по своим-то попал. Хо-хо-хо. Так ты у нас, по-моему... Да, ты у нас этот. Ты можешь видеть, где мины остались. Ну ладно. В принципе, пройти можно. Так, где этот гад напущенный? Надо разбомбить вот этот вот танк. Подальше от других. Хрюк. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-т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 ун. Такая вот веселая мелодия нам была наиграна. Оп. Ты куда? Опа. Как ты меня назвал? Это козлина, я оскорбил. Убейте его. Хотя нет. Я сам его убью. Его ли я убью?
Нет, ею. Пожалуй, сейчас я лучше танк разбомблю. Ко всем чертям. Так, давайте подальше дойдем. Залпом! Нет, бебе! Да, вот видите, бонус прилетел. Тентартан. Слай. Спай по имени Слай. Так. Сейчас мы пойдем за наградой. Что-то игра даже чуть потормаживает. I shall alone blow them off the planet. Бог. Неожиданно, да? Да, неожиданно. Freaking aim. You want me to till this oil? Так. Хотя нет. Я подъеду поближе. Чтобы как раз танки свои рассредоточить, чтобы они массово все-таки перестали попадать наконец. А, нет, не годится. Слишком близко. Давайте карманы ему почистим. А то у тебя там слишком много мусора в карманах, пиротехник. Представляешь? И заодно и враг не сопрет наш танк. Я уже позволю взорву эту технику вместе с собой, чем позволю врагу в нее залезть. Что ты сказал? Так, кстати говоря, нет. О, да, давайте подлечим. Хотя бы, чтобы его хватило больше, чем на два попадания со снайперской винтовки. И будем тратить еще одну штуку. Точнее, время. You have no harder task, Hovel. He goes. Опа, оружие пролетело. Оружие пролетело! Мне казалось, он вообще пошел так в ногу тупо взять и собрать мое оружие. Он и правда пошел взять и собрать мое оружие. Ничего себе. Ты угораешь, да? Дивидибил, ты угораешь. Он тупо взял и вызвал авиаудар, козлина такая. Так, сколько у кого здоровья? 70-177. 23 у танка. Сколько, погодите, у того? Пиротехник. Прощай. Прощай сейчас со своей никчемной жизнью, гад. Хоть, конечно, танк разорвется от этого, но... Ну да ладно. Ладно, хоть авиаудар пришелся по танкам, а не по моим свинам. Ну, в качестве бонуса он
тупо взял и еще и разбил своего. А это тебе будешь знать, как пользоваться динамитом. Это не ты. Сколько? 40 снимает? Взрыв танка снимает свину 40 здоровья? Ничего ж себе. Как это... Так как он куда пошел, гад? Че аптечку сейчас сопрет, гад? Смотрите на него. Вот козлина. Издеваешься? Ну что ж, гад такой, а? Ты напросился. Да-да. Вы слышали, он сам этого попросил. Ха. Так. Только не добивай его, слышишь? Так. Ну все. Я зол. Если он меня сейчас убьет, я ему не позволю этого сделать. Странная фраза. Если он меня убьет, то я ему не позволю этого сделать. Куда? Куда ты скатываешься? Пошел к черту. Мне даже не показали, как его разорвало на кусочки. Команда сразу залился. И в приступе гнева выстрелил в своего лечебным снарядом. Так, отлично. Так. Так, ну, давайте на этом моменте мы эту серию с вами закончим. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих видео.